Всем привет! В эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Ну что ж, мои друзья, на этой неделе нам предстоит увидеть интересные картины и следить за развитием уже знакомых историй. Все подробности расскажу вам я, Анна Троян. Поехали! Криминальная драма отечественного производства скрасит вашу среду. «Очкарик» выйдет вечером. Простой учитель литературы Борис задержался в школе и не смог вовремя попасть на семейный праздник кафе. По трагической случайности именно это заведение бандиты выбрали местом своих разборок. Подстроенный взрыв унес жизни самых близких его людей. Безутешный вдовец долго ждал справедливости, пока не узнал, что дело-то закрыто. Тогда скромный учитель превратился в мстителя, которому нечего терять. Он готов пойти на все, лишь бы преступники, разрушившие его жизнь, были наказаны. Подробности 27 июня в 22:00. Даже интересно, такой арсенал. На кого охоту объявил, уважаемый? Вас это не касается. Понял. Сумароков, хочу дать совет. Пускай завязывает с этой игрой. Не его тема. Проиграет. Ты не проинструктируешь меня по старой дружбе, как этим пользоваться? А вот в четверг нам предстоит столкнуться с подводными камнями. Запутанная история для всех любителей детективов. Киллер убивает директора крупного издательства. Организация переходит под контроль олигарха. Теперь весь штат остается без работы. В издательстве новые люди и другая деятельность. А тем временем друг убитого, писатель, получает письмо, написанное директором за несколько часов до смерти. В нем некий ребус, который может разгадать только он. Получится ли у писателя сделать это, узнаем 28 июня в 22:00. Ответ на вопрос, где кассета, ты найдешь в своей первой книге «Подводные камни». Видимо, господин Лаптев загадал ребус, справиться с которым в силах только вы. Я не знаю, где эта кассета. Мне абсолютно все равно, где она. Вам она нужна, вы ее ищите. Оставьте меня в покое. Завершим рабочие будни в компании жены художника. Европейской драмой, интригующей до последних минут. Молодая художница живет с талантливым живописцем с мировой известностью. Он безустанно пишет ее портреты. Творческий союз, полная идиллия, богатство и семейное благополучие. Но все это только внешнее. Внутри оказывается настоящим адом. Хозяин семьи психически болен, и приступы с ним случаются все чаще и чаще. Как поступит прекрасная девушка, увидим в пятницу в 22:00. Ты хочешь жить с человеком, который чахнет на глазах? Ты хочешь милостиво избавить меня от этого? Пойми, пожалуйста, это больно, но это единственный шанс. Начать все заново. Наша любовь нас измучила. Это все пустые слова. Найди другие. У тебя любовь. Ты ищи. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. Выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Футбол в этот день объединил жителей разных интересов и возрастов. За ходом игры с волнением следили и совсем юные люберчане, и те, кто за свою жизнь увидели не одну сотню матчей. Россия! Вперед! О, а в субботу на вас нахлынет буря эмоций. Вас ждет история о судьбе прославленного капитана Кусто, влюбленного в океан. Есть пути, которых не отыщешь на картах, есть цели, которые укажет только сердце. «Одиссея» – самый масштабный приключенческий проект современного французского кино. История героя, открывшего человечеству второй космос. Его экспедиции вдохновили миллионы. Его главное путешествие осталось тайной. А подробности предстоит узнать зрителям ЛРТ в субботу в 20:30. Давай! Давай сюда, давай! Еще, еще! Давай, давай, давай! Где акула? Кто ее видит? Слушай!
Ты смотри. Надо же. Что, не видно? Вон она! Вон! Где? Вон, где, вижу! Где, где? Какая огромная! О, ты смотри! Повезло, а? Что такое любовь на расстоянии, наверняка знают многие наши зрители. А как это пережить, если твоя вторая половина и вовсе живет на другой планете? А всему виной его величество интернет. Именно благодаря ему простая земная девушка познакомилась с парнем, выросшим в экспериментальной колонии на Марсе. Что, кроме чувств, привело гостя на Землю и какие приключения ждут наших героев? Узнаете в воскресенье в 20:30. Космос между нами нельзя пропустить. Я говорил, меня ждет поездка. 7 месяцев? Есть телефон, мог кинуть смс-ку и имейл. Я не мог выйти на связь. Это была поездка необычного рода. Поездка необычного рода? Да кто так разговаривает? Помедленнее. Мне нелегко справляться с гравитацией. О, мне очень жаль, что тебе нелегко, но мне очень не нравится, когда меня динамит. Особенно единственный, кого я... Талси, я бы... Да я вовсе не динамил тебя. На этом наш выпуск подошел к концу. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного. А еще советую подписаться на ЛРТ в соцсетях. Тогда вы будете в курсе самых актуальных событий округа. Я, Анна Троян, желаю вам яркого и жаркого лета. Пока-пока.